Олимпиада для будущих избирателей стартовала в Московской области. Вот уже третий год тысячи школьников по всему Подмосковью соревнуются в знании избирательного права. Открытие Олимпиады состоялось в городе Королёв. Третий год Олимпиады мы возлагаем как бы большие надежды, что у нас включатся школьники 9, 10, 11 классов на всей территории Московской области в эту Олимпиаду. Чем больше людей будут хорошо, как минимум, разбираться в избирательном законодательстве, тем проще будет и избирательной комиссии, тем проще будет всем органам власти работать при реализации выборов. Среди учащихся подмосковных школ такая проверка знаний о государственном устройстве России и основах избирательного процесса набирает популярность. В прошлом году участие в Олимпиаде приняли более 27 тысяч школьников. В их числе старшеклассники из Щелковского района. Ребята показали отличные результаты, одержали победу в областном финале и представили сборную команду Московской области на межрегиональной Олимпиаде. Они глубокие знания показали теоретически, то есть в индивидуальном зачете первое. Командный зачет, они также получили большое количество баллов, потому что это была остроумная программа, это были проблемы, которые они высветили. Вот, и блиц-вопросы, на которые они фактически ответили безошибочно. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас побольше было таких команд. Победители прошлогодних соревнований уже получают высшее образование, однако о своем начинании в роли юных парламентариев не забыли. Входят в состав молодежной избирательной комиссии Щелковского района, помогают своим последователям готовиться к Олимпиаде. Приняли участие молодые избиратели и в церемонии открытия. Я думаю, что в этом году Олимпиада пройдет на еще более высоком уровне, потому что интерес участников замечается уже сейчас. Как председатель молодежной избирательной комиссии Щелковского района, ко мне уже обращаются ребята, которые хотят узнать, чем же отличается в этом году Олимпиада, как готовиться, по каким пособиям. В этом году областная Олимпиада продлится до 25 марта. Старшеклассникам предстоит ответить как на стандартные тестовые вопросы об избирательном праве, так и принять участие в интересном творческом конкурсе, который вполне актуален накануне выборов 2016 года. Его тема – «Что бы я сделал, если бы стал депутатом Московской областной думы?». Наверное, будет интересно знать мнение нашей молодежи, отношение к этому вопросу, как они видят наших будущих кандидатов. Лучшим командам предстоит встретиться в финале Московской области. Однако в этом году победы в зональном этапе недостаточно. Тех, кто примет участие в финальном этапе Олимпиады, будут определять в соответствии с единым областным рейтингом. Так в финал пройдут только самые лучшие. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».